На дворе 1920 год. Только что отгремела революция и гражданская война. Саня был настойчив и смел, он научился говорить, но жизнь его не сладкая. Вместе с такими же беспризорниками, как он сам, он шныряет по блошинному рынку среди торговцев и жуликов в поисках пропитания. Мечта, я стал миллионером. Владею я несметным количеством рублей. Солидный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай. Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек и пару папирос. Мадам, прошу пардону, возьмите взад ваш кубок вопрос. Ай-яй, купи-продай. Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер, мы все миллионеры. Пока товарищ милиционер нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки, на кой мне кружева? А может, нам на бублик денег хватит? Ну это как потратит? Тут может хватит и на два. Ай-яй, купи-продай. Да здравствует страна миллионеров, где временные беды переживаем мы. Дай Бог нам до начала новой эры не сдохнуть от холеры или от какой другой чумы. Ой-ой, да боже ж мой! Да я миллионер, а я? И ты миллионер, а он? И он миллионер, мы все миллионеры. Пока нас не погонит вдоль по скверу, пока товарищ милиционер нас не погонит вдоль по скверу, погонит вдоль, нас не погонит вдоль по скверу. Только по скверу.